Здравствуйте. На первый взгляд я простое колесо. Ничего необычного. Но вообще-то у меня очень богатая история. Первый мой предок появился 7000 лет назад. Как вы до этого жили? Как возили грузы и ездили? Ума не приложу. Да, без меня было нелегко. А это мои деды, герои труда. В войну они помогали людям в деле победы. В этом цеху было совершено много трудовых подвигов. Теперь все поменялось, но легендарное производство осталось. Моя задача, как и прежде, быть вам полезной. Без меня вы не справитесь. Меня сделали здесь, в колесном цехе «Хартунг». Кто-то скажет, ну что может быть проще колеса? Оно верно, но не в моем случае. У нас целый завод трудится, чтобы сделать меня идеальным. Все начинается в конструкторском отделе. Это мой создатель. Каждый день он трудится, чтобы мы стали еще лучше. Именно благодаря точным расчетам и сложнейшим моделям я могу взять действительно большой вес. Ведь в будущем вы доверите мне самую сложную работу, и я с ней непременно справлюсь. Только все продумав, эти парни запускают меня в производство. Так начинается мой путь. Сейчас я плоский кусок металла. Мгновение, и я обретаю объем. Традиции традициями, но токарить меня отдали роботам. Так надежнее, проще и экономичнее. Сварка полуавтомат. Нас делают из цельных кусков металла, чтобы мы не сломались и не прогнулись в самый неподходящий момент. В отделе ОТК предпочитают верить цифрам. Меня не отпустят к вам до тех пор, пока не будут уверены. Все соответствует стандарту. Контроль качества превыше всего. Теперь меня могут покрасить почти в любой цвет или отправить просто грунтованно. Выбирать вам. На вкус и цвет, как говорится. А для чего все это? Кому мы будем служить? Тут два варианта. Часть моих братьев поедут к вам напрямую, а я стану опорой сверхмощному прицепу «Хартунг». Вместе с ним и еще 11 коллегами мы сможем поднять до 80 тонн. В будущем нам предстоит работать очень много, без отдыха и сна, и мы к этому готовы. Таких, как я, выпускают до 2 миллионов в год. Мы служим вам в сотнях городов мира, в разном климате и при разных условиях. Сотни профессионалов работают над тем, чтобы вы могли на нас положиться. Каждый день из простых металлических листов нас превращают в идеальные колеса. Сегодня с конвейера сошли тысячи таких, как я. Мы отправляемся в дальний путь. А завтра все начинается сначала.